Ребята, первая функция руководителя. Всегда находиться в боевом настроении, подвышенном, таком вот... Подвышенном настроении. Да, высоком эмоциональном подвышайте тоне. Настроение. Повышайте. В высоком настроении. Я вот чуть позже расскажу о теории эмоциональных тонов. И как их повышать. Как у вас тон эмоциональный вообще? Повышайте тон, Крюша. Супер тон. Отойдите, супер тон. Главное правило бизнеса Эхтвика какое? Все, что случилось на Эхтвике, остается где? Тут, правильно, на Эхтвике. Но это слоган, который сделал известным Лас-Вегас. Что случилось в Вегасе, остается в Вегасе. Лас-Вегас долгое время был проблемным регионом, и они наняли рекламную кампанию, которая начала массово везде, во всех рекламных каналах рассылать этот месседж. Что случилось в Вегасе, остается в Вегасе. И это уже стало такое, знаете, прямо идиоматическое выражение, можно сказать. И путь начинается с маленького шага. 100%. Прилетели в Катанию, бизнес Эхтвик стартует, группа организаторов уже в сборе, и мы сейчас проходим паспортный контроль, такая, опа, как шикарная итальянская организация, можно сказать, шикарная итальянская организация процесса прилета, да, процесса прилета паспортного контроля, вот, нужно систематизировать немножко работу в Катании, вот, но сейчас мы начинаем готовиться к приему группы. У нас сейчас берем машину в аренду и будем ездить по острову, по ключевым точкам. Сицилия, короче, что тут сказать. Все будет круто. Компания Motex, спонсор сегодняшнего Компания Монтек выступила партнером сегодня собеседование. Приехали на собеседование. Да. Вакансия, организатор платили и бизнес Эхтвик. Отлично. Все, мы поехали. Друзья, наш бизнес Эхтвик продолжается. Мы подходим к действующему вулкану. Мы приближаемся к такому середине нашего пути. Все, все отлично. Мы, кстати, в Италии, если что. Вот у меня есть два итальяшки. Grande Bambino и Papà. Никак не можем понять, что мы тут делать. Где мы? Заблудились. Бизнес-конструктор, мотиватор. Мотиватор. Супер. Кстати, знаете что? Вот на яхте есть такая замечательная штука автопилот. Потому что мы можем пойти посмотреть, что делает шкипер нашей. Нашей флотилии. Да, 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 пора посмотреть, что он там делает. Пора. После устриц. Давайте посмотрим. Мы идем, яхта идет полным ходом. Так, полным. Смотрите. Называется распечатывание шкипера. Я что, летаю? Олег, ты какой курс задал, блядь? Мы в Монако уже, сука. Ты 3 дня спишь. Прекращай. Делайте чекаут. До возраста там. Вот это шкипер нашей флотилии. Вы можете обратить внимание. Мы сейчас на яхте на вулкан уже залезем. Мы уже почти врезались в вулкан. Где мы? Где мы? Мы в море. Чем Кириллу бы заняться вот в этот пятничный день на Таурмине? Конечно, такой солнечный красивый день в ресторане. Он будет проводить собеседование. Сицилия, очень горячая Таурмина, шикарный обед, все великолепно. Ну и, естественно, собеседование с кандидатом, а что еще делать здесь в Италии? Там, Кирилл, а давай, когда ты ему скажешь, да, мы такие, опа, сейчас, все, перед камерой, да? Ну,
или включим эту песню? За адаптацию. Так, как ты ответ, к чему бы хотелось прийти, вот ваше видение себя в предельном течении цели через 5 лет? И если вы большую часть времени варите в каких-то операционных процессах, какой-то текучке, какой-то решаете какие-то заказы клиентов и так далее, и мало времени уделяете маркетингу, это является первой проблемой. Потому что именно в маркетинге кроется ваш рост. И количество энергии, оно ограничено, да, и эффективность бизнеса можно сформулировать в виде такой формулы. То есть соотношение затрат энергии на маркетинг к затратам энергии на менеджмент. При том, что энергия – это константа. И если вы очень много энергии начинаете тратить на менеджмент, вам остается все меньше и меньше энергии на маркетинг. Простая формула. Поэтому, когда мы говорим о реализации стратегии, нам важно эффективно планировать свой целевой рынок, свой продукт и свои каналы продвижения таким образом, чтобы бизнес постоянно оставался самым конкурентным, самым лучшим предложением на рынке, и при этом, чтобы потом в дальнейшем, чтобы это не упиралось в реализацию, чтобы нам, мы тратили минимум энергии на менеджмент. Вот в этом высший пилотаж управления. То есть и при этом думать, заниматься большую часть времени, уделять именно маркетингу. Запомните нас такими, как мы сейчас, потому что мы такими уже не будем. Это да. Никогда. Да. Мы берем машину в прокате. Что за машина? Ланос. Ланос. С шашечкой без? Вот, у нас же Орел в команде с нами. Орел, комар, 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 комар. Прямо сейчас мы находимся в Кирюше. Мы находимся на побережье Сицилии. Вот Юра нам рассказывает про то, что если вы хотите быть счастливым, то нужно есть что, Юра? Криптофан. Это не наркотик. Ешьте криптофан. Расскажи нам про криптофан. Друзья, что такое счастье, спросите вы меня, а я вам отвечу. Но за большие деньги. Реально, тема рабочая, многократно проверена. Единственное, что в нашей стране все начинается с того, что человек идет реально в поликлинику и начинает заниматься здоровьем. Вот только с этого. Если все нормально по здоровью, тогда можно уже там работать, заниматься какими-то техниками, практиками, работой и так далее. Потому что у многих людей у нас реально из-за, ну, у нас там Чернобыль и прочее, там половины проблемы с щитовидкой, и уже оно все нарушено, сбито, и там без внешних стимуляторов влияния оно ничего само по себе не будет происходить. Не будет вырабатываться у тебя ни эндорфин, ни дофамин, ни окситоцин. Мы добрались наконец-то в Марину Порторосо. Вся команда в сборе, почти вся команда в сборе. Некоторые участники прилетают позже. И у нас сегодня welcome ужин. И прямо сейчас участники знакомятся за столами. Собственники бизнеса из 5 стран. Это Украина, Казахстан, это Турция, это Грузия, это Чехия, это США. На самом деле даже больше, видите, чем 5 стран. И сегодня мы стартуем наш бизнес Яхтвик. Мы заселились на яхты, ночуем, и завтра мы стартуем уже по нашему маршруту. Следующая точка у нас – это остров Вулкана. Но это уже 5-й яхтвик в истории бизнес-конструктора, поэтому все обещает быть очень круто. У нас классная команда. Вот, видите, вот она, наши парни. Это, понимаете, это, можно сказать, ядро, или как сказать, как тебе назвать? Ну, главное, чтобы не шкарлупкой. Стержень, стержневая команда для бизнеса Яхтвика. В общем, мы стартуем. Вот так вот. Ну что? Пошли дальше. Ну, пожалуйста. Давай, Титаник, да? Купаться. Становись. Сейчас ветерок есть. Здесь надо музыкальный аккомпанемент включить. Давай. Вася застебает, ты что, завис?
Находимся в ресторане в городе Таармина, где мы будем проводить одну из остановок нашего бизнес-яхтвика. Посмотрите, как красиво. Человек погасил своим энергополем камеру. Это аппарат для проверки энергополя. Очень хорошее биополе. Тут вот просто энергетика волшебная, заряжает на успех. На систематизацию такую конкретную. Это бизнес Яхтвик. Тема реально рабочая. Очень советую, рекомендую. Если вас здесь нет, ну вы даже не представляете, что у тебя. Да я не к тому, ребята. Ну, прямо здесь, сейчас. Здесь прямо здесь сейчас покупайте места на следующий. Пиво. Вот герои. Наелись пиццы. И поднимаемся теперь на вулкан Стромболи. Ну, это еще не подъем на вулкан Стромболи, но... Начало. Это начало подъема. Мы находимся на Липаре, где только что закончился мой мастер-класс на тему построения корпоративной культуры. После этого у нас был замечательный ужин в ресторане совсем здесь рядом. И сейчас у нас начинается тельняшка-пати. Это вечеринка, традиционная вечеринка бизнес-яхт-вика, бизнес-конструктор, где мы все переодеваемся в полосатый стиль и начинаем зажигать, начинаем отрываться по полной программе. Потому что если вы являетесь собственником бизнеса, очень важно не отправлять себя на пенсию раньше времени. Очень важно оставаться молодым, очень важно кайфовать от каждого момента жизни. И прямо здесь, прямо сейчас на Липаре, на Сицилии мы это делаем. Совсем недалеко отсюда пришвартованы наши яхты. И сейчас здесь прекрасный такой свежий морской воздух и очень яркие люди, очень крутые личности, за каждым из которых стоит успешный бизнес. И у некоторых собственников, которые собрали здесь, больше 1000 человек в команде, представьте себе. Это действительно многого стоит. Поэтому мы продолжаем наш вечер, мы начинаем тельняшка-пати, оставайтесь с нами, друзья. Спасибо вам большое за то, что вы смотрите все то, что мы снимаем. Действительно, для меня это очень важно. Ставьте лайк, подписывайтесь. И мы пошли дальше. Итак, друзья, вы когда-то ловили кальмара на руку? Кальмар на руку ловится так. Оп-пам-пам-пам! На самом деле у него поймал на пи***на. Ой, что это, осьминог? Кальмарий. Так это кальмар. Шел в закат. Ты должен пропасть на горизонте. Дима, мы тут обсуждаем, кто будет это все монтировать. Короче, и нам очень жалко такого человека. Читаю, как ты вверх ногами. О, привет, Дима. Самый спортивный участник нашего. Это бизнес Вулкан Вик. Да, бизнес Вулкан Вик.